Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как нанести втирку и как закрепить ее так, чтобы она не скалывалась ногтей. Для этого нам понадобится типсик, сама втирочка, у меня она жемчужная. Топ без липкого слоя, праймер, лак, бафик. Итак, начнем. На ноготок наносим цвет. Обязательно запечатываем торец, сушим и наносим второй слой. Запечатываем торец, просушиваем и покрываем топом без липкого слоя. После просушки берем на пальчик втирочку и начинаем аккуратненько втирать. Расход у втирки очень небольшой, поэтому вам надолго хватит такой банки. Когда довольны результатом, смахиваем мягкой щеточкой остатки втирки. Далее берем бафик, спиливаем аккуратно втирку с торца ногтя и с боков. Очень важно, чтобы втирки не осталось. Смахиваем пыль. Берем праймер. Очень хорошо отжимаем кисточку. И аккуратненько проходим по торцу ногтя и по бокам. Сейчас я покажу вам, что будет, если нанести праймер на втирку. Покрываем двумя слоями топа. Каждый из них просушиваем в лампе. И вот что у нас получилось. Видите, на торце есть небольшая проплешинка. Там я специально заехала праймером, чтобы показать вам, что если праймер попадет на втирку, она растворится. С вами была Таня Бестнейл. Всем пока!